Участник финала четырехкубка Украины сезона 19-20 баскетбольная команда «Одесса» в нынешнем розыгрыше турнира вылетела задолго до решающей фазы соревнований. В 1/8 финала подопечные Олега Юшкина проиграли по сумме двух матчей Днепру. В первом матче одесситы проиграли 77-94. При том, что после первой четверти гости выигрывали 27-17. Но ни удержать, ни развить преимущество не удалось. Решающей стала третья четверть, которую Одесса проиграла с разницей в 18 очков. Наиболее результативными в составе нашей команды стали Дилейни Блейлок и Денис Носков. Оба набрали по 15 очков. Уже через два дня команды сыграли ответную встречу, причем тоже в Днепре. Преимущество своей площадки в нынешней карантинной ситуации понятие весьма условное. Трибуны то все равно пустые. У Одессы поменялся только статус. Команда Олега Юшкина в воскресенье была уже хозяином паркета. Но не изменилась задача. Нужно было побеждать соперника с разницей в 18 очков. Увы, уже после первой половины ответного матча стало понятно, что задача выхода в 1/4 финала для Одессы непосильная. 28-47. После большого перерыва Блейлок пытался дальними попаданиями вернуть одесситов в игру, но от поражения команду это не спасло. 74-88. Дальше кубок разыгрывать будут без Одессы. К сожалению, придется констатировать, что БК Одесса в сегодняшнем состоянии не может на равных играть все четыре четверти с хорошо укомплектованным, мощным Днепром. Вчера мы выдержали, скажем так, в начале первые две четверти. Сегодня Днепр не стал откладывать, как говорится, в долгий ящик решение вопросов по этому матчу. Очень агрессивно, очень с хорошим настроем вышли, подприбили нас сразу.